Так, друзья, есть еще одна комната, которую я не показывал. Она как раз освободилась и есть возможность показать. В общем-то, зайдем и посмотрим. Опа, вот она. Красивая, крутая комнатка. Значит, тут у нас всякий став для уборки. Такой себе отсек. Так, значит, справа сначала комната на двух кроватях больших, с двумя большими кроватями. Сверху вот такие крутейшие лампочки. Как они красиво смотрятся, да? Тут не очень видно. В общем, там красивые спиральки. Вот шкафы, два шкафа. Вот всякие вещи тут можно положить и так далее. Шкафов, вот два двустворчатых шкафа. Отсюда мы видим кухню. Кухня у нас. Здесь у нас и плита. Значит, тут запрятаны всякие посудины. Там вот тоже всякие, ну, немножко стафа по посуде и просто свободное место. Тут у нас всякие приборчики. Вот мойка из двух отсеков. Там у нас, значит, доска. Вот тут блендер, кофеварка, чайники, тостер. Сверху у нас находится посуда. Посуда. Вот. К этой плите есть вытяжка. Там еще микроволновка и вообще, по-моему, электропечка. Что-то такое, кто знает. В общем, я думаю, да, это электропечка. Тут у нас и температуру можно выставить, и функции там всякие. Фен, не фен, освещение. Вот. Тут у нас небольшой склад. В общем, сумок и всякой другой ерунды. В общем-то, можете и вы что-нибудь сюда положить. Вот, холодильник. Холодильник офигительный. Он двустворчатый, он огромный. Несмотря на то, что сама по себе квартирка рассчитана примерно, ну, там, насколько, 2, 4, 6 человек. В общем, здесь двустворчатый холодильник. Двустворчатый холодильник, ну и, соответственно, место в нем. Дофига. Вот так вот. Вот дальше туалет. В туалете душ. Здесь зеркальце. Ну и, в общем-то, тумбочка. Так, значит, основная комната, общая комната, в которой есть такой себе стол для, может, игр, может быть, обеда, может, еще чего-то. Дальше всякие посиделки, не посиделки. Телевизор в нем почему-то на полу. Там у нас окно. Сейчас оно зашторено, но мы чуть-чуть выглянем туда. Да, что-то видно? Ничего не видно. Так, раз. И, в общем-то, можем посмотреть на ночную Тихуану. Вот. Видно немного, конечно. Так, там вот снизу у нас охрана сидит. Охрана. Вот там вот наши мусорные баки. И, в общем-то, вот. Вот она, ночная Тихуана. Так. Такая вот себе квартирка. Да, есть. Значит, сверху сушилка, снизу стиральная машина. На большое количество вещей рассчитана. В общем-то, можно тут отлично посушить все. Здесь королевская кровать. Для двоих или для одного. В общем, большая, удобная. Тут телевизор и всякие полочки с зеркальцами. Много шкафов. Шкафы мы уже видели, они все одинаковые. Здесь шкафы другого типа, полочки еще, то есть дополнительно. И ящики. Ничего необычного. Ну и еще один туалет. В общем-то, такой вот он. Тоже душевая, тоже зеркала. Вот, тоже унитаз. Вот, тут можно полотенчик повесить для душа. Ну и есть еще шкаф с разными полками и ящиками. Вот. Ну, про цены нужно, конечно, отдельно узнавать, сколько оно все это дело стоит.
В общем, кому интересно, напишите.